Друзья, я Яна Рудковская, и я была в очаровательной и очень дерзкой маске лисенка. Я бы, если бы осталась в проекте, отдала бы свои голоса Скунсу, потому что он, на мой взгляд, больше заслуживает участия, продолжения участия в проекте «Маска». Мне уже очень хотелось закончить, потому что, мне кажется, свою миссию такого маленького, дерзкого, но очень веселого и непринужденного лисенка я выполнила. Спасибо создателям этого шоу за то, что они разрешали мне быть самой собой, не запрещали мне петь те песни, которые я хочу, и я в конце поменяла свою песню на другую, начало, и посчитала, что это как раз та песня, которая может помочь мне красиво уйти из проекта «Маска». В нем есть адреналин, и до последнего ты испытываешь необъяснимые эмоции, ты ждешь, что вот-вот тебя спасут, или вот-вот тебе скажут, что ты должна уйти. Это действительно классно. Друзья, смотрите «Маску» в 20:20 по воскресеньям на НТВ.